Здравствуйте! Сегодня я приготовлю яблочный пирог по семейному рецепту. Не забудьте подписаться на канал и включить уведомления, чтобы первыми получать сообщения о новых видео. Приятного просмотра! Кефир соединить с сахаром, ванильным сахаром и яйцом. Перемешать до однородности. Просеянную муку соединить с солью и разрыхлителем. Ссылку на похожий пирог с капустой оставлю под видео. Добавить мягкое масло и растереть в крошку. Влить кефирную смесь и замесить мягкое и нелипнущее тесто. Придать ему плоскую форму, завернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник на 1 час. Очищенные натертые яблоки максимально отжать от сока или потушить на сливочном масле. Сок слить. Добавить корицу по желанию, крахмал и сахар по вкусу. Перемешать. Корицу можно заменить лимонной цедрой. Форму выстелить бумагой с антипригарным слоем. Тесто разделить на большую и меньшую части. Большую распределить по бумаге. Сформировать бортик высотой 3 см. Выложить начинку равномерным слоем. Меньшую часть теста раскатать по размеру формы. Выложить сверху на яблоки и пережать по периметру. Больше рецептов выпечки с яблоками можно найти по ссылке в описании. Вилкой сделать частые проколы до начинки для выхода пара. Выпекать в разогретой до 190 градусов духовке на среднем уровне без конвекции 40-45 минут. Извлечь из формы и полностью остудить. Перед подачей посыпать сахарной пудрой. Этот рецепт из старой записной книжки, самый любимый в моей семье. Пирог ароматный, с большим количеством начинки, а вкуснее всего на следующий день. Делитесь этим видео с друзьями, готовьте с удовольствием. С вами была Ирина Подолян на канале «Приятного аппетита».